хоккеист, который умеет и бросить, и передачу классную отдать. Амилюсик бросает, Амилюсик и открывает счет. Сборная У-18. 49 секунд потребовалось на реализацию. Вчера вел только Металлург. Ну а вот сегодня Металлург оказался в положении отыгрывающегося после вот этого броска Данила. Удачи Тукача. Вот сейчас Тукач шайбу получает. Подбросок Левшунова. И какой выстрел Артема Левшунова. 2-0. Вторая реализация большинства. Но тут уже тут хочется отличиться. Было небольшое повреждение, поэтому вчера Артем на лед не выходил. Но сегодня вышел. И смотрите, какой выстрел. Ну просто шайбу отдает центр. Побежал вперед Егор Морозов. Бросает Морозов. Добивание и счет. 2-1 все-таки становит Павлов. Вот здесь центр классно отдает на Егора Морозова. Побежали 2-1. Морозов сам решил бросить, отбил Зинадин, а Вельчинский буквально внятывает. То ли поздновато эта передача идет, но вот по задумке неплохо все получается. Но не всегда хватает точности, какого-то мастерства. Даже передачу отдать, а здесь отличная шайба в дальний угол. Все-таки пробивает Леонид. На этот раз вот так. Катали-катали шайбу по зоне. Затем один совсем Булгаков остается перед воротами. Даже умудрялся моменты создавать, причем моменты очень хорошие. У нас тут Булгаков дубль оформляет, бросок. Побежал вперед Семен Марчонок, отставил под себя на 12. Свежие хоккеисты на льду уже появились. Что здесь будет? Есть передача, есть бросок, и счет 5-1. Семен Марчонок. Ну вот это... Но все равно вот такая... Так пользоваться ближней лавкой, это тоже нужно уметь. И ребята учатся, ребята здорово. То есть больше 50 бросков и практически под полсотни сейвов от Владислава. И бывает так, а вот все здесь все-таки не выручил. Пашута забрасывает. 6-1. Получает передачу, видит, что открытый створ. Ну и да, Горбачев вообще... И удачи в дальнейших играх. Жалко, что больше не приедут.